Всем привет зрителям канала. Хочу снять ролик о заводской болезни мультиварок Philips. Что мы имеем? Именно вот у нас моделька HD3065. На прошлой неделе была. Вчера, получается, тоже принесли. Проблема в том, что не закрывается крышка. Да, кстати, мы осуществляем ремонт бытовой техники через новую почту. Присылаете нам, отремонтировали технику, сняли контент, вам отправили уже рабочую технику. Так вот, проблема заводская, что крышка не закрывается. Вот этот язычок, он там запавший. Как получить туда доступ, как разобрать эту крышку? Видосиков нету на ютубе, так что Технокуб предоставит это все на платформу ютубовскую. Начинаем. Опыт имеем мы уже. Значит, вот здесь по периметру берем вот такую небольшую отвертку и начинаем вскрывать. Здесь должны быть защелки. Так, возьмем на две отвертки. Так, ну вот, я здесь защелку вижу. Начнем вот отсюда, от язычка, от начала. Так. Главное начать, конечно. Вот, начало есть вроде бы. Переходим на вторую часть. Лучше здесь с самого начала начинать. Оп, есть. Оп. Есть. Так. Вроде ничего не вломлено. Так. Все цело. Так, а теперь мы наблюдаем, что вот этот язычок, он вообще вылетел. Как и в предыдущей мультиварке, это тоже так произошло. Ну, скорее всего, это эмоционального нажатия на кнопку, потому что здесь все целое. Теперь нам надо установить ее назад. Так, это вот так вот. Вон все видно. Оп, оп. Не забудьте подписаться на канал. Так. Вот так. Значит, вот этим направляющим сюда, во внутреннюю часть, заводим в пазы. Теперь вот эти пазы тоже должны сюда зайти, в движущиеся пазы. Ага, язычок надо сюда завести, еще наружу, блин. Не все так легко. Короче, кнопку нажимаем, чтобы
пазы выдвинулись максимально. Вот смотрите, какой принцип. Вот она вывалилась, потому что вы сильно нажали. То есть, чтобы ее вставить обратным ходом, то есть надо воспользоваться тоже сильно нажать максимально на кнопку. И теперь мы вставляем данную кнопочку, вернее язычок в кнопку. Есть. Получилось у мастера, видите? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Скорее всего, так побежали, чик нажали, она и выскочила. Ну, больше ничего не скажешь. Все, ставим назад. Оп. Назад установить ничего нету сложного. Кстати, мультиварка еще и не включается. Скорее всего, крышка не закрывалась, ее так придавливали чем-то. И когда уже мультиварка перестала включаться, тогда уже принесли, получается, два ремонта в этой мультиварке. Вот подключаем сетевой кабель. Что у нас? Здесь кнопки включения ничего нет. И... центральный индикатор отсутствует, ничего, звукового сигнала нету. То есть сейчас ставим крышку и будем скрывать заднюю часть днища, и чтобы получить доступ уже к электрике. Ах, ну да, но вам же нужно показать, работает, не работает. Чик, закрыли. Оп, открыли. Все получилось. Так, в нижней части открутили 4 самореза. Вот такие направляющие пластиковые сняли. Теперь с нижней части поддеваем днище. Тут тоже по периметру защелки эти находятся. Оп, оп, оп. Есть. Проверяем на... первоначально визуально на наличие присутствия тараканов. Все красиво, чистенько. Что самое первое? Нам нужно, если вот так вот мультиварка совсем молчит, мертвая. Самое первое, это нам нужно проверить термопредохранитель. Он находится всегда вот так на днище, на чаше. Находится в изоляции несгораемой, вот такой всегда у него держатель. Чтобы его не раскручивать, мы можем вот посмотреть синие и черные провода, куда они идут. Один всегда провод идет на кнопку, не на кнопку, а на розетку включения. Так, черный у нас побежал на плату управления. Значит, все, коннектим ставим на прозвоночку, так вот. Если он звонится, значит он целый. Если не звонится, значит он брыви. О! А что, легкого ремонта не будет? Он что, звонится? Вот это да. Обычно он сгорает. Интересно. Ага, значит, так как же так? Неужели? Что же здесь могло произойти? Так, синий, а красный у нас вот здесь по центру еще стоит у нас, по-моему, терморелюха. Прозвание теперь красный. Так, вот красный от вилки включения идет сюда и выходит на красный, идет на ТЭН. И он не звонится. Мы можем даже... так, что? Подключить кабель.
Оп. Включаем в розетку. Ставим измерение переменного напряжения. Так, и смотрим. Получается у нас через термопредохранитель, вот черный провод 220, приходит на плату управления. И второй провод 220 у нас красный идет через терморелюху, которая здесь находится. И сюда она выходит. Вот так. Нету напряжения. То есть снимаем вот эту сейчас крышечку, отключаем от сети, смотрим, что там установлено. Так, снимаем вот эту крышечку. Отгибаем вот здесь лепестки. Так. Что ты не выходишь? Здесь вот эта пластина, она так типа как запрессована. Так, подождите, а здесь получается, наверное, скорее всего, второй термопредохранитель. А ну-ка, сейчас. Обычно его здесь не ставят, ну, либо он никогда не сгорает практически. Сейчас посмотрим, ребят. Что здесь итальянский Philips применил? Снимаем изоляцию. Да что ж ты. Да, термопредохранитель ставим на прозвоночку. Не уверен, что не звонится. Звонится? Так как же так? Почему напряжения нету? Да что такое? Вот это прикол. Ну что, ребята? Лоханулся я. По-другому не скажешь. Думаю, да блин, да что ж такое. Все здесь рабочее, напряжение не приходит. Думаю, да ну давай проверим хотя бы сетевой кабель уже, блин. Кидаем на вот эти две крайние клемки. И что? Напряжение мы не наблюдаем. Вот это, блин, лоханулся мастер. Впервые вижу, чтобы вот этот такой толстый кабель, компьютерный, можно сказать. На компьютерах точно так же применяют его. Короче, что? Берем сейчас кабель, сейчас принесу кабель. Кабель другой затестируем. Вот это да. И будем тогда собирать. Так, взял резервный кабель питания. Так, что у нас тут? Ничего не коротнет? Ничего вроде. Ну, посмотрим. Ха, вуаля! Вот это да! Работает. Звуковой сигнал прошел. Ну что, мастер, зря ты разобрал. Да. Ну, блин, я честно скажу, еще впервые вижу, чтобы сетевой кабель выходил.
Практически мультиварка всегда, она стоит без передвижения. Это не болгарка, что ее там крутит, дрель. Почему он вышел, странно. Ладно, собираем. Так, тестируем еще раз в собранном виде. Оп. Фишечка открылась. Что-то... Фишечка закрылась. Так. Что? Так. Меню. Это подогрев. Ну, короче, что, работает. Мультиварка однозначно. Кому было полезно, интересно сделать двойной ремонт, посмотреть мультиварки Philips, поставьте лайк для продвижения технического канала на просторах YouTube. Слышу, релюшка сработала. Нагрев пошел, можем открыть. Да. Ну-ка. Ага, все слышно. Все, ТЭН работает. То есть можно уже отзваниваться, пускай забирает аппарат. Все, всем пока-пока.